Бэкст, как это делать? Бэкст, как выкинуть топор? Ну, Бэкст, а как добавить друга? Учебник новичка. Всем привет! Это третья часть учебника для новичков. И сегодня я вам расскажу, что же это за фигня у меня в инвентаре. Я говорю об этой вот штуке под циферкой 2. А эта штука, ребята, инженерный свиток. При помощи этого свитка мы можем построить любое совершенно сооружение в Lambert Icon 2. Будь это гараж, будь это замок или дом. И чтобы этот свиток у нас появился, нам необходимо купить что-нибудь для постройки. Например, вот давайте какую-нибудь панель деревянную. Есть вот у нас вот такая, либо вот такая. Либо лестницу вообще можно купить. Либо вот такие вот элементы, их часто используют для крыши, либо куда-нибудь для заезда, либо для трамплина, в общем, куда угодно. Давайте, наверное, возьмем обычную вот такую вот балку, где она у нас, вот эту вот, и купим ее. Ага, здесь у нас очередь. Покупаем нашу балку, открываем ее. И теперь, как вы видите, у нас также появился этот свиток. Жмем на циферку 5, и вот она наша балка. Теперь при помощи этого инженерного свитка мы можем построить, допустим, ограждение для нашего дома. Давайте это и сделаем. Итак, мы находимся у себя дома, открываем наш инженерный свиток, жмем на нашу эту балку деревянную и выбираем место, куда бы мы ее поставили. Допустим, сюда. Жмем Е, и наша балка ставится. При помощи буквы R мы можем вращать эту балку, чтобы поставить так, как нам нужно. И при помощи T мы также можем вращать ее по горизонтали и по вертикали. Когда мы поставили в нужную позицию, жмем опять буковку E, и все построилось. Чтобы выйти из этого режима, нам необходимо нажать букву B. Все буквы, которые я называл, это английский алфавит. Это на данный момент просто прозрачные деревянные балки, которые необходимо построить. И как вы видите, на них нарисовано 0%. Проценты обозначают процесс постройки. Чтобы он начался, необходимо сюда привезти древесину. Но об этом я расскажу уже в следующем учебнике новичка. Если тебе эта информация была полезна, то с тебя лайк. А я желаю тебе удачи в начинаниях. Пока!